Здорово, подписата. Не знаю, как ветер будет, бля. Ну, решил заценить шавуху на пляже Тулака. Там наверху купили. Ну, какая-то маленькая по сравнению. Ну, вообще ни о чем. Ну, что это такое? Вообще не сравнится с моей любимой шавухой с ангарского. Короче, Жек, по пятибалльной какая оценка? Жек ставит тройку. Ну, вообще ни о чем. Ну, что это такое? Запивай, Жек. Короче, шавуху не рекомендую. Мне не понравилось. Что у нас здесь? Рекомендую ангарский. На 36-й школе. Ну вообще глянь, детская. Ну, потекла это полцена, ну. А где картошка? Я не вижу. Че она без картошки положил? Вот тебе так вот. Хотел с картошкой? Да. Хотел с картошкой. Никогда. Больше я не буду есть эту шаурму там, которая находится на кольце троллейбуса Тулака. Рядом с магазином Магнит, по-моему. Мне не понравилось. Сейчас попросил сырную. Там фри же у вас есть, да? Фри есть. Ну где фри? Где фри? Честного Женечку везде обманывают. Ну что это такое? Не стыдно? А? Сейчас же 2 минуты посиди, я закончу и купаться там. Вот он, кстати, пляж, если что, Тулака. А маска? Маска, да, здесь. Так что не рекомендую. Блять, у вас тоже точно фри там? Да, точно фри. Еще отдельно корыто лежит с фри. Я хотел просто картошки фри брать. На развес можно похавать? Нельзя. Только в шаурме. Ни одной картошки не нашел. Короче, у них там 2 вида с картошкой с фри. Одна сырная, что-то другая сытная. Ну и вот я сырную взял, 2 сырные. У тебя тоже не было же, да, картошки же? Вот так вот. Молодцы, молодцы, какие вы молодцы. Да нет вообще, блядь, ни одной картошки. Где картошка? Картошки нету. Еще и майонезом этот футбол. Сейчас заодно постираюсь, нырну. Так что не рекомендую эту шаурму. Шаурму рекомендую куриную на 36-й школе. Всегда зачет. Уже 5 лет ем. Всегда очередь, Жек, в рабочие дни там всегда очередь. Конечно, все так стоят, подъезжают. Там менты тоже едят, ну, полиция заходит кушать. На уровне столового номера. А они не дураки,
Они знают, что надо марку держать, поэтому люди будут приходить. А ты вот раз вот мне продали херню, даже хотел матом назвать, но не буду. Вот херню мне продали. Конечно, я больше не приду туда и буду всем говорить, кто. Саша, где купить на Тулака? Я говорю, ни в коем случае не покупаю в магазине Магнит. Мне она... Где вот тут фри, блядь? Называется сырная с фри, блядь. Ни одного фри не увидел. А Женечка так захотела с картошкой фри. Нету фри, вот. Нету фри. Где картошка фри? М? Где картошка фри? Жек, я разочарован, Жек. Разочаровался. Так что мне не понравилось. Приятного аппетита и удачного рабочего дня!